Компания «Рольф» в этом году отмечает 30 лет со дня основания. Это крупнейший дилерский холдинг в стране. За этот срок он смог стать первым по продажам автомобилей с пробегом в России. Достичь таких результатов было бы невозможно без профессиональной команды. Трудовой коллектив компании заботится не только о личностном росте, но и о благоустройстве родного города. Сотрудники фирмы пригласили на встречу лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Михаила Раева, Инну Монастырскую, Сергея Новосельцева, Юлию Юшкову, Евгения Иноземцева и Александра Якушина, чтобы озвучить им свои идеи по улучшению облика химок. Компания «Рольф» — это достаточно молодой коллектив, это жители нашего округа, имеющие маленьких детей. Конечно, их интересует благоустройство во дворах. Многие инициативы уже были услышаны. Вот один из жителей говорит, что нам сделали прекрасные дворы, их это все устраивает. Дальше проблема беспокоит безопасных переходов, приведение порядка тротуаров. Вот, поэтому все это будет сегодня загружено на сайт голосования. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» внимательно выслушали все инициативы сотрудников компании и рассказали о проектах, которые были реализованы благодаря активности горожан. Некоторые из инициатив, с которыми выступили работники «Рольфа», можно будет реализовать уже в ближайшее время. Одна из сотрудниц попросила сделать тротуар в районе между больницей МСО-119 и улицей Ивановская. Это известная тема. Дорогу там сделали великолепную, она это не отрицает. А вот тротуар еще не доделали. Конечно, я только что связался с заместителем руководителя территориального управления Борзовой Ириной Игоревной. Она сказала, что в ближайшее время будет сделано, и мы свяжемся с этой сотрудницей. Лидеры движения призвали горожан активнее принимать участие в голосовании на сайте «Хиш онлайн», на котором опубликованы все инициативы жителей. Предложения, набравшие больше всего голосов, будут реализованы первыми.